Мы всегда были мощной научной державой, научно-технологической. И мы первые осваивали космос, Гагарин первый человек на планете, который полетел в космос. У нас большие достижения в области энергетики, в частности ядерной энергетики, в самолетостроении, автомобилестроении, танкостроении. В этом смысле Ульяновская область, как уже сказал Сергей Иванович, показывает пример. 2021 год науки и технологий в России для нашего региона имеет особенное и даже принципиальное значение. Уже на старте он обещает бурную научную деятельность. В ближайшее время появится комиссия научно-технического развития, которая станет своеобразным министерством технологического превосходства Ульяновской области и займется внедрением самых передовых научных технологий. Мы проговорим и с учеными, и с практиками наше предложение, чтобы они вошли в состав этой комиссии. Ну и таким образом нам ничего не мешает быть счастливыми, нам ничего не мешает быть передовыми, нам ничего не мешает быть вместе лидерами в Российской Федерации. Основной двигатель научного года – вузы и технологические предприятия, взявшиеся за популяризацию прогрессивной мысли. Для людей всех возрастов, интересующихся изобретательством, проводятся научные лекции и мастер-классы. Например, на базе Ульяновского регионального дронодрома желающие могут протестировать передовые разработки, посмотреть на дроны вблизи, попробовать пилотирование на симуляторе в очках виртуальной реальности и полюбоваться Ульяновском с высоты птичьего полета. Мы запустим такую школу для детей. Дети начнут учиться сначала на компьютерных симуляторах, потом получить доступ к технике, условно, чтобы как бы не было жертв, не было каких-то увечий, там, ущерба. В данную экосистему беспилотной авиации также войдут студенческое конструкторское бюро дроностроения, чтобы мы могли не просто управлять дронами, чтобы мы могли их делать, разрабатывать, модернизировать, улучшать. Для детей очень интересное и увлекательное такое направление, во-первых, то, что ты летаешь, ты реально чувствуешь ощущение полета, такое все происходит. Вот. Ну и с точки зрения, опять же, точки пения, это обучение и продвижение массы именно дрон-рейсинга и, в принципе, квадрокоптеров как направление в такой технологическом развитии, можно сказать так. То есть это, опять же, большого формата дрона, может быть, и агропромышленный комплекс, и геодезия, и поисково-спасательные работы. В 2021 году Ульяновская область ожидает более 100 тематических мероприятий. Например, чемпионат IT-сферы по программированию среди школьников, хакатон по разработке игр, областные конкурсы на лучшие изобретения, лучшие рационализаторские предложения, инновационный ваучер и многое другое. Павел Трюков, Бытие Ярсалтанов, репортер 73.